На этой неделе Солнце, Меркурий и Марс находятся в знаке Весов в соединении между собой. Поэтому это может давать такая вот поспешность в мышлении, тонус такой. И, соответственно, будет больше хотеться активности, больше движения, больше новых знакомств. Одновременно с этим Сатурн находится в таком стационарном состоянии. И Меркурий, может быть, вы уже знаете об этом, находится в ретроградном состоянии. Поэтому это время такой задержек в делах, неспешности такой. Ну, приготовьтесь, что все дела, те начинания, которые вы делаете на этой неделе, они пойдут, ну, может быть, не так быстро, как бы хотелось. Поэтому стоит запастись терпением, ну, и настраиваться на какое-то немножко такое небольшое ожидание для того, чтобы все разрешилось в лучшем ключе. На этой неделе Венера все еще находится в знаке Стрельца. И это хорошее время для отношений. Но, опять же, не для разговоров, может быть, а вот для проявления каких-то чувств. Тут будут очень, кстати, подарки. Ну и еще могу сказать о том, что Юпитер тоже находится в таком стационарном движении. И это такое время обостренного самолюбия. Поэтому, если будете высказываться, то будьте аккуратнее в своих оценках. Ну и, опять же, это время такого повышенной важности, повышенной значимости внешних оценок для нас. Поэтому, ну, не обижайтесь. Будьте немножко толстокожими. И о Луне без курса. На этой неделе Луна без курса будет мешать нам весь понедельник, среда, вторая половина дня, и пятница тоже вторая половина дня. Напомню, что это время, когда лучше не начинать никаких новых и важных для вас дел, не соглашаться необдуманно на новые какие-то предложения, ну, а заниматься просто обычными текущими бытовыми задачами. Для гродненцев на этой неделе особенно актуальным будет провести больше времени со своими родными и близкими, уделить максимум заботы и внимания, ну и помочь им в решении, может быть, каких-то важных для них вопросов. Ну и хорошей идеей будет навестить родителей, ну и также пригласить родных и близких в свой дом. Овен, не упустите возможность встретиться с друзьями, узнайте много полезной информации. Телец, будьте готовы к борьбе, не стоит отступать при первых сложностях. Близнецы, события могут разворачиваться вовсе не так, как вы задумали, однако это не помешает вам интересно провести время. Рак. Уделите внимание домашнему уюту и родным. Лев. Будут сложности во взаимоотношениях с близкими. Постарайтесь не давать волю эмоциям. Дева. Не жалейте времени на свое образование и развитие. Весы. Недоброжелатели попытаются спровоцировать вас на конфликт. Скорпион. Неделя подойдет для исправления ошибок в любой сфере. Стрелец. Постарайтесь не планировать дальних поездок. Лучше проведите время дома. Козерог. Время достижения целей. Не упустите ни одной возможности. Действуйте. Водолей. Время для новых начинаний. Рыбы. На этой неделе вам потребуется разобраться в себе.